Всем привет, дорогие мои друзьяшечки, лопаташечки. Снова я вернулся к вам, Акс. Тот самый Акс в образе Спрингтрапа, который когда-то на канале Аксплей проводил для вас стримчики вот в таком вот образе, правда, без контактных линз. Но думаю, это не важно в нашей с вами ситуации. Потому что сегодня мы опять играем на сервере FNAF RP. У Ефи, то есть у РФ, а им, у Ефи, у РФ, вот, так что вступайте, подписывайтесь на канал, Акс Студио, больше ни на какие каналы не подписывайтесь, только на канал Акс Студио, теперь я веду один канал, играю на нем, делаю анимации, снимаю влоги, провожу стримы, все будет только на этом канале, друзья. А вы должны вступить на этот, перейти на этот сервак и поиграть со мной. Знаете почему? Сейчас я вам сразу объясню, почему вы должны поиграть со мной на этом серваке. Потому что я планирую завтра провести стримчик по этой игре на этом канале. Приблизительно в 5 часов вечера по московскому времени. Хочу устроить стримчик и хочу, чтобы вы пришли, скачали эту игру и поиграли вместе со мной. Кто может, приходите обязательно, ссылочку я оставлю в описании. Ну и обязательно, само собой по традиции, я не могу не сказать, что если вы зайдете, нажмете клавишу F4, нажмете вкладку «Донат», вот, и если вы нажмете «Ввести промокод» и введете промокод с моим ником, то бишь Акс, вы получите плюшки, вот. А сегодня... Мы, как говорится, с вами посмотрим, что у нас интересного получится из нашего сегодняшнего выживания. Посмотрим, побегаем, поисследуем и все остальное. Where are you? Получить подарок, Джо. Так, наиграйте еще 1 час 17 минут, чтобы получить подарок. Пробный Magic Case. Да кто-то орёт. Так, это что, ежедневный кейс? О нет! Полицию убивают! Стопэ! Сейчас мы разберемся, профессии. Чё так подлагивает? Так, законники. Полицейский, сменить профессию. Сейчас я с вами разберусь. Полиция Лос-Анджелеса! Это лейтенант Коломбо. Так, давайте мы возьмем ствол. А что, больше нет стволов, что ли, нормальных? Не могли подвести нормальных стволов? Да кто там орёт? Надо Так, там пойти, вон, может, чувачка, может, что-нибудь купить можно. Мне нужно оружие, у меня много денег. Чувак. Ой, это нам не надо, брат. Ты продажный коп. Тебя надо за решетку. Так, ладно, плюс 350... Нифига себе, за полицейского какая бы зарплата большая. $353 в день. Отбитый ковбой. Так, кто-то мочится. Пойду в моем районе. Я полицейский неудачник. Меня не фартануло. Ладно, не быть мне полицейским. Но это уже у нас же FNAF RP, правильно? Поэтому... А, нам, кстати, опять навык владение пистолетом. У меня очень плохое было, поэтому фиговое владение пистолетом. Поэтому надо прокачать. Так, бонусы какие-то, бонусы. Промокод АКС, вот. Друзей приглашено 4. Так что давайте, друзья. Это вот мой промокодик, все дела. Пригласить друга и получить подарок. Понятно? Ваш друг получит награду. 3 кейса мега буста, 25 кредитов, кейс наставника и 50 кредитов можно получить. Ребятки, вы что? Вы еще не играете в эту игру, что ли? А я уже давно играю в нее, еще со времен канала Аксплей. Так, ладно, дальше едем. Поехали, профессии. У нас сейчас 6 утра. Сват, можно стать супер оперативником. Сват, я думаю, можно попробовать.
Да что ж такое-то? У него что, оружия нет лучше, больше нормальных? Так, наручники, оружие. О, тихо. Что там у нас есть? ФНГ. Тайзер. Глок. Вообще нормального оружия нету. Дайте мне автомат. Где здесь магазин? Винторез. Ну все, держитесь. Полицейский спринтрап идет на... На сервере серьезная РП. Естественно. На этом вообще оно бывает. Все серьезно. У нас все серьезно вообще-то. Серьезная РП, так на спавне написано. Вообще? Это истина в первой инстанции называется. Ага, особенно с рюкзаком Brawl Stars. Да, Витя хуйни не сделает, там не скажет. Да, фанат Brawl Stars в деле. Говорит, что... Так, я пошел на выход разбираться с местной бандой. Где банда? Местные гопники, ты! Так, ага, а, это нет, нормальный. У меня есть дубина, наручники. Опа! Вор! Полицию! Погнали, воришка! Воришка, вы арестованы! Лютый РДР. Сколько ты не был еще раз? 2-3 месяца. Так, оформить его. Все, вы свободны. Так, где мой винторез? Все. Пойдем, у нас полиция. Я что, я какой-то обычный патрульный, что ли? Почему я должен этим заниматься? Где моя машина? Поехали. Машину мне запили, чтобы использовать отбойник, чтобы сломать объект, использовать ценные ресурсы. Где моя машина? Что так подлагивает? Так, ты кто такой? Ты бандит? Нет, это гражданин. Так, тихо, тихо. Так, а что у нас тут? ВСС Винторез, ага, ага, у нас можно на него всякие приколюхи вешать. Прицелы, кобра, ладно, разберемся. Так, Ctrl присесть. Вот они, бандиты. Да хуй его знает. Не ругайся. Ну-ка, сейчас посмотрим. Там попробуй какие-нибудь мэтры. Революционер, революцию совершить решил здесь, а? Ты что здесь хочешь устроить? Свержение власти? Где, кстати, мэр? Мэр города мне нужен. Брат, что тебе надо? Ты с катаной? Ой, с этим, как он называется? С ножиком. Шулёжиком. Так, ладно. У всех привычка музыку включать. Тихо. Чё тут у нас? Дерево. Чё у меня там вообще в рюкзаке? Наградам! Я люблю награды получать! Так, где награды мои? Навыки, бонусы. А, действия, подожди. Так, бросить деньги, найти 5 ТТТ. Продать все двери. Продать все двери? Что за задание? Так, где награды посмотреть? Бонусы. Организации. Нет, мне не надо организации. Вот придете, ребятки, завтра на стримчик ко мне по этой игре. Вот, если я, конечно, не забуду его провести. Вот. То создадим организацию местную. Местную организацию, свою банду. И будем здесь творить вещи, аксессуары. Так, а здесь можно что-то купить, да, приколюшные вещи. У меня 131 тысяча долларов. Поэтому, фиг узнает. Где награды мои? Донат. Батл пасс. Вот здесь. И чё? Кто опять стреляет в моем районе? Кто опять стреляет в районе моем? Вы! Идите, полиция. Что происходит? Что происходит здесь? Отвечайте мне!
Так, ладно, поехали. 16. Августин Тиран стал Джон Уиком. Где полиция вся? Чё полиция? Я реально посмотрел на это, просто в этот вбил, и там пак оружия реально кто-то повырвает себе. Молодой человек, я попрошу вас убрать оружие и не наставлять на... Блять, сука. А меня попросишь? Бабушка, не волнуйся, я из полиции. О, ну хорошо, ну чё, продолжай служить, так держи. Слава Советскому Союзу. Ага, и КПСС. Блять, а мы вообще США, кстати. Ебать. Кого закопать? Блять, я ебану. Я умею тут всего. Что это? Котика, не обижайте, бабушка. Внучок, этот, вот этот внучок на меня наставлял оружие. Я хочу, чтобы вы сделали с ним что-нибудь. Грабитель, вам 15 суток полагается. Я аутист, я спиннер включу. Там на горох его поставить, розгами нахрен отхреначить. У меня оправдание, я душевно больной, я включу спиннер. Ну вас тогда в психлечебницу. Бабуля, прекращай хулиганить, бабуля. Это же Барсик. А что такого? Бабуля, бабуля, что ты делаешь? Бабуля, не надо. Ой. Кто буянит? Ну, раз уж так вышло, могу ли я забрать тебе пенсию? Что здесь происходит? Одно, оставаться всем на местах. Сможешь уничтожить этого чувака? Упал. Ну и ладно. Это Абартан, ты понимаешь, что тут полиция? Ну да. Стоять, оперативник, руки вверх! Ёперный театр, что здесь вообще происходит? Музыка в полиции, это бандит. Да, если... Сержант, агент СВАТ. Оставь, не поднимай, блин, чего хрена? Ну ладно. Очень интересно было поучаствовать. Придется вернуться в свою, как говорится, структуру. Я что-то это, немножечко, я же кто? Кто я на самом деле? Максим Копчик? Чего? Я же призрачный, Пурплгай. Или Гличтрапом станем Гличтрапом. Во. Я Гличтрап. Ёперный театр моей мечты. Ты чё вытанцовываешься-то? Я Гличтрап! Направо зашел, направо за дверью стоит. Вот так то все призраки будут уничтожены. Вот, получай, давай. Гличтрап, отойди. Куда бежишь? Снимай, а че он так медленно ходит? Верните свои дома, иначе вас арестуют. Шел с твоим любительством мансить. Вот так-то. Какой кайф? Я попросил меня забить. И чё? Подожди, Гличтрап, ты чё, брат? Я что-то не пойму, что с Гличтрапом не так? Профессии. Так, телепорт, войти в транс, воспроизвести мелодии, помахать рукой. Гличтрап какой-то неадекватный, он очень медленно передвигается. Телепорт, войти в транс, и либо воспроизвести мелодию. Давай, С и Ф. И С. Анимация насмешки, возродиться, чаты, вид третьего лица. Ф. Страшная мелодия от Гличтрапа. Не, ну мы так долго не уедем отсюда. За Гличтрапчика-то, а? Верни, верни в ту сторону. Иди в жопу, Гличтрап. Нафиг нам не надо, нам надо поменять профессию. Лучше пропугаю. В смысле? Это премиум статус, веб-перный театр моей мечты. Фиолетовый Фредди. С
станет доступно. 8-битный, понятно. Фантомные. Фантомные. Кто у нас фантомные? Фантомные. Фантомный Фокси. Во. Блин, тоже недоступно. Только фантомного Фредди можно. Или Энда. Так, агрессивный режим, бла-бла-бла. Блин. Блин. Shadow Trap. Ну это здесь единственный буду я неповторимый Shadow Trap. Ха-ха-ха-ха-ха. Моя любимая профессия. Сколько время? Ночь наступает, ребятки. Время веселья у нас с вами. Сейчас только я обычно, как обычно, найду выход из этой пиццерии и покажу им, где раки зимуют и кто... Да её, перный театр, вечно мне не везет. Я тебе помогу. Естественно. Скажи мне, где ты, мальчик? Крэш, уже не хочется играть, а в другие игры просто нет смысла и сил. Смотрите на меня, я же этот ребенок, который вам вдруг приведет. Да, покажись мне, мальчик. Ты где ты, ёперный театр моей мечты? Вон Фредди, видите, наблюдает. Оп, и нет Фредди. Видали лайфхак от Фредди? Фредди может телепортироваться. Так, ночь настала, пора пиццерию шандарашить. Событие. Рейд, атака дикого снюсоеда. Ужас. Ужас. Это плохо. Пора показать, кто в этой пиццерии главный. Где все? Почему ночью никого в пиццерии нету? А где заблудившиеся детишки? Ты чё здесь стоишь, брат? В мусорке надо покопаться, это мое дело. Э, мусорка, работай. Но мне нельзя покидать пиццерию. Если я покину пиццерию, я погибну. Надо привлечь к себе внимание. Пиццерия ночью. Где охранник? Охранник, ты где? Нет никого. Ты че здесь стоишь, Shadow? Так, что он еще умеет? Забыл, какие у него атаки еще есть. Заморозить, медленный шаг, упасть на землю. Зачем мне падать на землю? Где все, ёперный театр? Я слышал кого-то. Кто-то здесь есть. Никого нету в пиццерии. Опа! Иди ко мне. Я жду тебя. Отдай мне свою душу. Я знаю, он здесь прячется. Повар. Вы не повар. Я могу готовить детишек на завтрак. Холодильник открыть. Да вы ёперный театр моей мечты! Чего? Запрещено РП! На сервере РП запрещено РП! Вы чё, опупели что ли? Так, ладно, кто-то прячется явно в подвале. Я должен его найти. Охрань! Вот ты и попался, охранник. Больше не надо? Я больше не буду. Я тебя сейчас подстрелю и в тюрьму подожду. Меня невозможно убить.
Мне это нравится. Блин, побольше бы народу сюда, друзья. Мне надо прям обязательно. Вы должны прийти. Я вас жду каждый день здесь, в этой игре. Завтра стримчик постараюсь привести здесь. Вот. Так что, блин, у меня же там Ванесса еще была. Моя любимая профессия. Призрачный. Так, где у нас? Венни. Вот она, Венни. Блин. Не успел. Хотел Венни сделать. Фантомная кошмарная могилка. У меня есть плюс... О, плюс трап. Друг, здорово. Здорово. Как твои дела, Алекс? Мои нормально. Как мы же разобрали, был вроде обычно. Поломали меня дети. Ты не представляешь, что все, мне пришлось прийти. Прикинь, была обычная игрушка, стоял на столе вот так, развлекал детей. Вы знаете, что произошло? Там я пошли какие-то майнкрафтеры с такими кирками. Они себя называют профессионалами и начали меня бить. Соболезную, брат, соболезную. С тобой что они сделали, детишки эти? Надругались надо мной. Ясно. Знаешь, кому вообще не повезло? Кем? Что у Бонни, ему дети вообще ноги и руки поотрывали и выпустили в мусор. А я думал, со они... Словами, это лучшая игрушка. Лучший антистресс или какой-то. А я думал, детишки только над Мангал издеваются. Я сам так думал. Надо отомстить. Надо отомстить этим детишкам. Где? Плюштрап, ты вообще неадекват. Ёптина. Гасите его, гасите! Здорово! Восьмибитный Purple Guy. Ага, прикольно. Вот тебя колбасит. Так, и где профессии? Хочу, где? Сломанные, не сломанные, призрачные аниматроники. А, где я находил? Вани. Привет! Привет, дружочек. Лепесточек. Мне жалко Фокси нашего. Его разобрали на кусочки. Но я отращу за них. Иди ко мне, охранник, я тебя найду. Тихо! Где? Где они? Знаете, мне приятно чувствовать. Я тебе помогу. Блин, темнота. Нифига не видать ничего. Вам что-нибудь видно все, нет? На улицу нельзя. В этом мире только есть аниматроники, которые убивают всех. Смотри. Кто? Это Фредди. Привет, Фредди. Это прикольно. Дори-дори-дам-дам-дам-дам. Мочилова! Где он? Пошла Мочилова! Здорово, кошмар!
как твои дела, кошмар? Здорово! Два, три, это мой братик. Это мой брат, старший. Так, что у нас? У меня старший брат опять появился. Я все понимаю, но тут тебе нельзя находить. Куш отсюда. Посвети на него фонариком, он испугается. А че ему тут? Подожди, стопы, а что он там делает вообще? Давай, кыш отсюда. Кыш отсюда. Инженер пиццерии, все дела. А я-то могу здесь находиться? А вот снежка, нет? Пойду я в ночи погуляю по улице. О! Плюшевый. А, это у меня есть. Такие у меня... Хотя у меня задание тоже было найти. Этого мы сюда. А что, не стакаются? Печально. К наградам. О! Награда! Культура эмоджи успешного успеха. Марионетка! Жалкая марионетка! Жалкая марионетка! Где детишки? Где детишки? Я хочу съесть детишек! Не, мне нужен... Почему? Почему? В этой игре есть... Есть Венни, а нету... Бёрндрапа! Надо, чтобы ввели Бёрндрапа, чтобы было, чтобы Веня знаете, у неё... всем пока, я пошёл. О, ура! Наконец-то утро, всё. Всё, я стал Ванессой. Ладно, друзья, я с вами на этом видео прощаюсь. Завтра приглашаю вас всех на стримчик по этой игре. Я думаю, вы придёте, постараемся на стримчике поиграть в прямом, так сказать, эфире. Постараюсь провести для вас стрим. Если стрим не проведу, то проведу, обязательно видео запишу для вас очередное по этой игре стопудово. Так что приходите, будет много интересного. Ссылочки будут на этот сервак в описании под видео. Приходите обязательно и вводите мой код вот во вкладке донат. Вводите промокод. Акс, и получайте, можете получить плюшечки, друзья, если вы будете играть в эту игру. А с вами был Акс, это канал Акс Студио. Увидимся в следующем видео. Всем удачи, всем пока. Ну и по традиции, конечно же. I'm always can.